Привет всем! Вот и настало время опробовать наш новый казан, который мы купили для плиты, для готовки в доме. Сегодня буду готовить очень вкусное блюдо. В одном из видео у нас уже есть это блюдо, ну, только без рецепта, да? На улице готовили, сегодня будем дома. Смотрите, это будет фарш. Это будут овощи, начиненные фаршем. Овощи разные, какие у вас есть. У меня в данном случае баклажаны, капусту, которую предварительно я в микроволновке маленько прожарила, чтобы листья были мягкие. Перец болгарский, картошки немного и помидоры. Капуста готова. Перец я, когда мыла, уже тоже почистила. И мне остается сейчас приготовить помидоры и баклажаны. Помидоры, баклажаны. И еще нам понадобится немного чеснока, это по вкусу, горький перец, если любите, да? Я взяла луковицу одну, это я буду все обжаривать. Эти овощи из расчета на килограмм фарша. У меня фарш свиной, в него я добавила 2 головки лука, яйцо, соль и перец по вкусу. То есть фарш у меня уже готовый. Ребят, вот это дело все, что у нас осталось, даже сюда сейчас буду вычищать внутренности все, это все я буду пережаривать, то есть это все пригодится. Баклажаны. Делаем из них стаканчики. Теперь, ребят, вот этот перец, он у меня сильно большой, да, по сравнению, я его тоже маленько подобрежу. Одинаково примерно все было. И это потом, вот это вот все буду резать. Мелкими кубиками я нарежу и пережаривать. Так, все, овощи у нас готовы. Картофель нарежу на 4 части, потому что все будет готовиться одновременно. Чтобы он сильно не разварился, довольно-таки крупно. Зеленый перец вот такой, он уже готовый, да? С ним я делать ничего не буду, только останется все это начинить. Теперь можно начинять фаршем. Еще капусты у меня тут довольно много, вы не видите. Дело в том, что половина капусты я тоже покрупнее нарежу, и это будет тушиться просто. То есть нормальные листики вот такие вот я зафарширую, которые хорошие. Тут не так много, чтобы у нас получилось так называемое ассорти овощное. А вот эти листья просто я крупно вот так, можно даже наломать, да, и брошу в казан между слоями. Будет это все тушиться. Сейчас сразу наломаю.
и начинаем начинять наши овощи. Вот такой стаканчик получается. Ребят, овощи готовы. Теперь я займусь нашими вот этими остатками от овощей. Все буду резать мелкими кубиками. Начинаем готовить. Все готово у меня. К приготовлению этого блюда растительное масло в казан наливаем. Я налью так, чтобы слегка покрыло дно. Вот. И теперь будем обжаривать овощи, которые я нарезала. Еще понадобится соль, перец и пастеризованные томаты, либо томатная паста. Я буду прям всю в коробочку добавлять. В коробочке 500 грамм.
ребята, огонь убавили на средний, и где-то это будет тушиться все час. В конце варки добавим уже чеснок и будем пробовать. Ребят, прошу ровно час. Блюдо готово. Я как еще проверила по картофелю. Картофель готов полностью, значит, и все остальное готово. Сейчас аккуратно. Попробую достать овощи. Так как у нас слоями, добраться надо вот баклажанчик. Вот капустка. Видите, сколько жижки? За счет того, что казан, то есть пара сильно видно не было, именно конденсат происходил внутри, и жидкости намного больше, чем я добавляла воды. Еще немного и достаточно, я думаю. Вот эти мясные шарики сверху бросим. Я думаю, хватит. Еще зеленью посыплю. Приготовила немного зелени. В этом году прохладная. Еще нет ее сильно. Вот как красиво, очень вкусно. Если у вас будут гости, не сомневаюсь, что вы этим блюдом можете накормить всех гостей. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому понравилось, также подписывайтесь на наш канал. Всем желаю приятного аппетита. И просьба, заходите на канал моего мужа, который называется «Пятое колесо». Буду рада, если подпишетесь. Буду рада вашим лайкам. Всего доброго. Всем пока-пока.